Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, громкое событие, давай посмотрим. При уничтожении самозванцев появляется еще больше бесед. Может, боярышникам удастся помочь стратегической колоде ночного колпака опасные ягоды. Боярышник? Так, громко как-то. Чутко потише сделаем. Такс. Да ёк, Макарёв, ну и что это? Твою налево. Вот этого уберите, пожалуйста, отсюда. Это вот и есть, ребята? Какой боярышник, блин. Так, мы что-нибудь сейчас доберем, да? Груша. Кабачок, точнее. Кабачок. Угу. Давай вот так сделаю. Поехали. Жалко, конечно, что вот этот вот боярышник уничтожит мне. Эх, жаль. Самозванцы. Угу. Так, значит, смотри, что он сделал. Он поставил этого чудика. Я рискну. Давай этого вот так уберем. Куда ты перекатишься? Почему ты именно сюда перекатился? Ты твою ж, блин. Ах, Лобустин, блин. Этот тут еще два раза зарядит. Ладно, этого мы в следующий раз ягодой бомбанем. Ведь можем же... Можем себе это позволить? Конечно, можем, ребят. Или что вот у него там может быть? Давай, короче, я сделаю вот так вот. Сумоист. Он к себе возьмет. Ах, вот ты как сделал. Так, на этом не жить. На. Угу. Сейчас ягодку забомбим, друзья. Ох, забомбим ягодку. Давай. На. Хоба. Раз. Хоба. Два. Слушай, лишь бы он этого не выставил. Почему, гаденыш, ты ее выставил, а? Так, тыква. Еще одна клубника. Давим? В принципе, я могу его раздавить. Поехали. Так, у него остается 8 хп. Твою налево уничтожает. А, нет. Нет, подожди, подожди секунду. 4-4, нам 8 нужно. Аллилуйя. Вообще четенько. Так, ребят, по-моему, удача нам улыбается. Или не улыбается. Четыре и три, восемь, да, получается? 4, 3, 8. За использование получает один из за каждого растения. Ага, способность амфибии. А если сделаю 4, например, вот так. И...
И вот так. Ты серьезно сейчас это сделал? Я думал, что он сделает себе... Ну, ты понял, да? Давай, пробивной. Нет, это был не пробивной, друзья, ребят. Это была фигня какая-то. Ну что, пора, по-моему, здесь наказывать, я так понимаю. А как мне тут наказать? Так, и... У него защита пропала или нет? Ты, блин, серьезно сейчас... А чё я переживаю, ребят? Нет, я переживаю. Я переживаю. Поехали. На воду, на воду! До свидос, кальвадос. Нормально, ребят. Фух. Так, носите 30 единиц урона. Урон героям. В общем, прошли мы события, ребята. Ну что, поехали. Покорять за зубостизилу. Всем, наверное, уже печен, как моя зубостизила сидит. Блин, опять этот гаргантюа. У бессмертия актуальна сейчас только одна, ребята, колода. На суперботе на этом. Я думаю, приблизительно ты понимаешь, о чем идет речь. И вот именно на этой дурацкой колоде он, она и сделана. Да. Посмотрим, что он сейчас тут будет вытворять. Ну, пока ничего. Это и понятно, что пока ничего. Выжидает момента. Тогда и мы подождем. Начинается. Так, три в лицо сейчас. На. На, плюху. Огурец. Давай посмотрим. Так, ну что, придется его уничтожать. Я даже знаю, как. Поехали. Шаманство делает. Я что, на шамане, друзья мои? Сейчас он что-нибудь тут нашаманит. Летучих мышей стоит, окей. Блин, огурец, ну... Ничего он сделать не может, к сожалению. И не сделает. Покамись. Покамись. Так, он опять. Ну, ребят, я тебе говорю, он сейчас наберет этих карт. Слушай, откуда у него здоровье-то пополнилось? Я что-то не врубился. Так. Кто там? Ага, профессор, кислый щей, ребят.
профессор кислых щей. Надо будет его шлепнуть потом. Блин, у зубастизилы нету могилоедов. Вот это вот беда огромная, ребят. Сейчас еще что-то сделает, какой-то добор летучих мышей выставляет. Он же будет набор делать, да? А, нет. Угу. Он собирается их сейчас превратить, что ли, в этих? В гаргантюа? Или у него колокольчик-то дебильный? Я не знаю, что сделать. Пим-пим-пирим-пим. Давай посмотрим так, что у нас получится. Видишь, зомби-астронавты ставят. Где мои все ландшафты, ребят? Как тебе такой расклад? Так, ладно, смотрим. Еще одно безумие. Семь, восемь, это 15, да? А чё ты не стал бомбить-то два раза, блин? Защита сработать должна. Тюх. Так, ребят, а сейчас я не знаю, что будем делать. Как мы будем здесь выкручиваться? Как ты меня заколебал! Вот этот листочек! Слов нету, а? Не, ребят, тут пробьет он меня. Тем более у него еще вот такая штука есть. Только что, наверное, выпала у него. Вот он, выпал ландшафт, но я его не мог реализовать вообще никак, ребят. Так, зубастизила, ты меня уже начинаешь просто нервировать. Дай-ка я возьму не четвертую, а третью колоду. Она практически, ребята, такая же, как и четвертая. Только, ну, немножечко изменена. Чуть-чуть. Самую малость. Так, разгром, да? Значит, тут разгром. Годится. Пока ничего не будем делать. Кукурузонька моя выпала. Что-то мне кажется, он на этих. Нет, он не на этих. Ну что, тут придется с ним заканчивать. Кто там у него? Сумоист? Сумоист. А, друзья, у него сумоист. Я же тебе говорил, сумоист у него там. Так, давай дальше двигаться.
3-5. С ним однозначно нужно заканчивать. Как ни крути. Он не угомонится, да, сегодня, я так понимаю, ребят? Еще один ландшафт ставит. На тебе. Вот это уже интересно. Ладно, посмотрим, что он там делает. Ага. Когда он ставит шаманство. Он же сейчас будет охотиться, по-моему, нет? Ага. Так, друзья, 5-3, да, хп у него? Сюда его переманиваем. А это фигня, это... Это фигня. Значит, сюда переносим. И вот так вот сделаем. Бесит, бесит. Поехали. Мне нужно до 10, друзья мои, дожить как-то. Не очень хорошо, мне это не нравится, ребят. Интересно, у него валун есть или нету? Этот же, он же будет охотиться, да? Если я сейчас поставлю сюда, он сиганет. Давай, лети сюда. Посмотрим. Шесть единиц здоровья, испугался, естественно, ребята. Ну, зато мы знаем, что у него там, я не знаю, что у него за карта осталась. Но легендарочку-то я вытяну. Давай только хорошую карту. Во! То, что нужно, ребята. Кукурузненька моя родная вылезла. Жалко, у него сейчас какое-нибудь безумие повесит, да, или еще что-нибудь. Да, он не успеет, наверное, мне кажется. Ландшафт. Ландшафт. Но мы пока, ребят, не будем. Мы будем молчать. Выполз. Ну и че? Поехали. Тра-та-та, всем устроим здесь. Замечательно, поехали. Вот так вот. Вот так вот, друзья мои. Сейчас попробуем еще бомбануть под Полтавой, так сказать, а? 34-й ранг. Это у нас ржавый разрядец собственной персоной. Как бы хорошо так получается у нас, как бы, ребят, я не знаю, что...
Опять, если он на заклинашках сейчас будет. Я заметил, что они любят сейчас в последнее время на заклинашках все играть. Скорее всего, так и есть. На заклинашках, ребята. Угу. Поставил, ну ладно. Поставил и поставил. Я не знаю, кто у него там. Давай я так-то сделаю, на всякий случай. Вот кто у него. Уничтожает мне сразу же. Делает шаманство. Что, молоточком его, да? Тюк. Давай смотреть. Ох, сейчас будет расставлять. Довольный такой, блин. Вон поставить сейчас, я не знаю. Угу. Так. Так. И так. Опа. Будем знать. Будем знать, друзья мои, что нам здесь ожидать. Даже не мечтай об этом. 3 и 5, блин, 8. Как тут лучше сделать-то, а? Этого бомбануть или этого? Я, друзья, считаю, что лучше бомбануть вот этого. 4, еще 4 остается, да, у нас? Так, вот как-то выходит. Ну, а здесь... Так, если только сделать. Смотрим. Допустим. Давай глянем, что там у него. Понятно. Твою-то... Кто там у него? Понятно. Начнем, да? Он их нахапал-то, ребят. Я не знаю, если честно. Сколько он там набрал их? 6 единиц здоровья становится.
Такс. Да, то, что он там берет, фигня, мы его все равно разнесем. На, на, на. Кто там у тебя? Понятно. Ну, защита сработает, понятно. А, не сработает. Блин. Ну. Ты посмотри, а. Еще и вытягивает карту. До свидос. До свидос. Погнали. Прикинь, 13 хп восстанови себе. Это фул хп будет у меня. Друзья мои. Ну давай, ставь свои конфетки. Ничего. Биг Дэдди, дяди, папа. Папа — это я. С большой буквы. А ты щенок, щегол подзаборный. Пшел вон, пшел вон, щенок заморский. Как в мультике, да, ребят? Короче, дрейфанул. Я хоть звезделей получаю, но я вот так вот. Не, я либо сдаюсь, но никогда не сижу так вот и сопли не жую. Проиграл, короче, этот чувачок. Картофозавр. Ну. Все, отключился соперник. Так, только, пожалуйста, игра, не надо зависать, а? Так, ребята, видос... Тьфу ты, видос. Игра зависла и пришлось перезаходить. Ну что, надеемся на еще одну победу для того, чтобы нам перейти все-таки на 41 ранг. Нам дают супермозга. Противнички. Нам дают супермозга в противничке. Когда огурчик выпадает, уже, ребята, становится теплее на душе. Почему теплее на душе? Потому что он в любом случае дает легендарную, блин, карту. Видишь, как начинает сразу же Рьяна. Он сразу выступает очень Рьяна. Так, ну что теперь? У нас есть ландшафт. Не знаю, что у него там спрятано. Пираты. Теперь знаю, блин. Можно было бы, конечно, перекрыть. Сейчас он меня задолбает этими своими пиратами, ребят. Есть, конечно, у меня одна идейка. Я ее сейчас воплощу. То есть поставим с тобой... Ну и, соответственно... Ты понял, да, что я сделаю? Так. И вот так. Почему перекрывает себя этим цветочком? А вдруг у него бонусная атака? Или еще хуже... Как она называется? Скажи, я тебе скажу. Кровожадность. Еще вытворяет. Видишь, что он вытворяет? Два огурца. Надо реализовывать.
Надо, ребята, реализовывать нам огурцы. Я думаю, никто не будет против, если я его вот сюда вот уберу. Арбуз. Так, ну этого, в принципе, не знаю, или замораживать его. Что лучше сделать-то, а? Кто вот там у него? Блин, я не знаю, ребят. Этим бомбанешь? А, этим, наверное, да? Нет. Кровожадность. Ради бога. Так, но все равно, в любом случае, мы уничтожим некоторых тут гавриков. Нас, конечно, тоже уничтожат, но вот и хорошо, что нам выпало кое-что замечательное, друзья. Это лопух. Это нам... Блин, то, что вот он сходить успел, это да. Угу. Ты тоже об этом подумал, да? И я об этом же подумал. И я об этом же подумал. Ой, как хорошо, ребята. Ну это же просто божественно. Вот это я понимаю. Вылез. Вылез, друзья мои, тут охламон. Не помочь ему никак. Этого я бомбануть не могу. Давай так сделаю. Фиг с ним, ребят. Посмотрим, что у него там. Ага. Сейчас этого хобана... А, нет, вот что у него. Посмотрю просто, что мне выпадет. Отлично. Отлично, ребята. Так, посмотрим, что у него тут. Понятно, пират. А рядышком-то никого не поставить, да? Обидно-то как. Ох, хорошо. Ну, просто смачно, ребята. Давай-давай, раскачивайся. Раскачивается, да, значит? Блин, надо было вот этого ставить. Я никого не буду я сюда ставить, ребята. Прокачиваешь, да? Большая твоя, парень, ошибка. Вот это было. Что ты сейчас делаешь?
Ой, большая ошибка. Ну, чтобы поменьше хотя бы урона, чтобы он нанес. Все. Блин, если у меня 13 звезд, то это будет плохо. 4, 3 и 3, 6, да? Не знаю, кто там у него может быть. Такс, окей. Ну, фокус с прокачкой у него не получился, это понятное дело, ребят. Сейчас только смотреть. Угу. Меня вот это напрягает. 6 хп не могу нанести. 6 хп, блин, не могу нанести. Давай, 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 давай. Все, в защиту? Нет, никакой защиты не вышло. Кровожадность, наверное, у него или еще что-нибудь. Что там у него может быть? Ну, ребята, ну как вот так вот, а? Ну, блин, именно вот этого говнюка он выкинул, ты понимаешь? Твою налево. Видишь, что он делает? Бонусную атаку. Транжирься. Все? Поехали. Кто тут у него сидит? Я не знаю, ребят. О, отличная карта.
Зря, наверное, так сделал, ну фиг с ним. Ну не... Неужели ты что-то путевое выставил сюда, ё-моё? Все, ему крышка, ребят. Я думал, сейчас опять этот листочек мне на воду поставит и скажет: добро пожаловать на листик, на кувшиночку. Но благо все получилось, ребят. Все. 41 ранг. Это трэш, конечно, какой-то трэш. Так, и ежедневок больше у нас нету. Ну что, ребята, на этом я со спокойной душой заканчиваю сегодняшнее видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.